И Краснодар, имейте в виду, перекос, перекос, деньги бухаем, огромные деньги из краевого бюджета, но деньги чуть-чуть идут не на то направление. Хорошо. Есть по этому вопросы? Нет по этому? Или дополнение? Всем все понятно? Всем. Хорошо. Учреждение охраны предприятий в казачьих обществ Кубанского казачьего войска. Проблемы и пути их решения. Пожалуйста, Валерий Васильевич Ефремов. То есть ни прерогатива нет, но и не поворачивайте в другую сторону. Вот по взаимодействию со СМИ. Но, друзья, коллеги, это очень важное направление нашей работы, очень важное. Почему? Потому что именно вот эти девочки, эти ребята, где кто, не знаю, по-моему, у нас один, да, представитель мужской половины. Уже все девчата, да? Так вот, от работы этих девочек зависит в том числе и авторитет Кубанского казачьего войска, потому что именно они через муниципальные средства массовой информации, газеты, телеканалы, радио, доносят именно то, чем занимается Кубанское казачье войско. Какие мероприятия проводит Кубанское казачье войско? Какие задачи стоят, что получается, что не получается. И это очень важно, чтобы охват был всех газет, всех телеканалов и всех радиоточек на нашей Кубани. Вот тогда, я думаю, что мы достигнем того, что мы хотим. Именно благодаря работе и нашего отдела по делам СМИ в Кубанском казачьем войске и вот этих девочек, как раз жители края получают всю необходимую информацию о нашей с вами работе, о деятельности, о направлениях работы и так далее и тому подобное.